Хотя я понимаю, что, наверное, все темы должны быть серьезными, но иногда есть такие моменты, вещи, о которых мы говорим очень ответственно. И тема, которую я хотел бы сегодня коснуться, я долго к ней шел, это не подумайте, что это спонтанное какое-то решение, вот там кто-то ко мне пришел, какая-то история произошла. Я очень долго шел к этой теме, и я хотел бы сегодня коснуться темы, которую назвал «Корень насилия в христианских семьях». Мы будем говорить сегодня о насилии в христианских семьях. И кто-то подумает, что ну, какой еще корень насилия, о каком вообще насилии в христианских семьях можно говорить. Тема, наверное, вообще непопулярная, и для большинства насилие – это какое-то просто там крайние формы, да, там, когда избиение, когда какое-то, может быть, сексуальное насилие. Но вы убедитесь сегодня, что это далеко не так. И кому кажется, что эти проблемы для церкви достаточно редкие, то я вам расскажу таких две как бы собирательных истории. Это не то, что история, а примеры, которые вот вы можете представить себе. Вот представьте себе такую ситуацию, что есть мужчина-проповедник такой, видный в церкви, он хорошо проповедует за кафедрой, излагает мысли, он ревностно говорит о деле Божьем, о Слове Божьем, и он всегда всем приветлив и улыбается, и как бы все замечательно в его служении церковном, но когда он приходит домой, он превращается в такого маленького царька. Все бегают перед ним. Почему? Потому что его взгляд, его слово, его действия, его жесты всегда... Это как беспрекословный приказ. И жена, и дети уже много лет, они понимают, что если что-то пойдет не так, будет такая или немая буря, или просто возмущение, или негодование, или крики, или поднятая рука даже. И знаете, что этот человек со временем не стесняется даже унижать своих детей, свою жену, она тупая, они не учи, у нее ничего не получается, не так сварила, не так положила, не так поутюжила, не так приготовила, не то сделала. И со временем эта семья, эти дети, эта жена привыкают, что все эти унижения, все вот эти вот постоянный прессинг, давление, оно всегда приправлено Божьим словом, что жена должна быть покорна, послушно, что это путь послушания, это Бог обтесывает ее. И знаете, когда она приходит в церковь кому-то говорить об этом, она не может рассказать, потому что ее муж – это блистательный проповедник. Она не хочет портить его славу, в кавычках, да, то есть. И знаете, в чем растут эти дети? Эти дети растут в двойном мире. Они растут в мире церкви, где все красиво улыбаются, и где папа всегда за кафедрой говорит о любви Иисуса, о том, как важно любить, прощать, принимать, дарить благословение. Но когда они садятся в машину, они погружаются в другой мир. И где тот же папа с теми же словами превращается в тирана. И это реальная история. Я не говорю фантазии. Это истории, которые собраны за много сотен прошедших людей через консультирование, через душепопечение, через работу нашего центра в церкви. Это люди, которые обращаются за помощью, потому что они не выдерживают жить больше в этом двойном мире. Или оборотная сторона. И это можно сказать, это касается только женщин. Оборотная сторона. Другой пример. Властная женщина или ревнивая. В церкви она будет ангелом. И для других сестер, и для других братьев они будут говорить, посмотри, какая у тебя жена, какой пример. И вроде бы мужу этому сказать нечего, потому что все правильно она делает, но жизнь с ней постоянное давление, постоянное какое-то такое вот, опять же, словесное или немое унижение. А у другого выше зарплата, у него лучше машина, а там лучше квартира, а мы не дотягиваем, не дорабатываем, а ты не такой духовный, а у тебя не так что-то получается. И он живет в мире, в котором он читает в Писании о том, что такое, кто такая добродетельная жена и какая там ее цена выше жемчугов. И в церкви он слышит похвалу в адрес своей жены. О, смотри, какая у тебя красиво одета правильно. Какая у нее хорошая, правильная длинная юбка, косынка и прочее. Но внутри него горечь. И такие примеры, друзья,
Кто-то скажет, так при чем тут насилие? Это ж не насилие. Это просто проблемы человека. Фактически насилием можно назвать любую форму искаженных отношений в семье, при которой одна та или иная сторона переживает угнетение или подавление своей личности, воли или свободы. Мы сейчас коснемся каких-то определенных библейских примеров, библейских мест и поговорим, почему это может быть церкви. Но прежде всего я хочу подойти так основательно, начать с того, что фундаментом этого заложен момент в нашем понимании Писания. То есть про корень мы поговорим позже. Я хочу, чтобы мы были сегодня внимательны. Я открою два места Священного Писания. Мы поговорим про фундамент, который очень часто просто закладывается в церкви, да, и почему он не работает. Фундамент правильный, почему он не работает, мы сейчас коснемся. Это очень важно осознать. Первое послание Петра, 3 глава, с 1 стиха по 2 и потом 7. Там как раз Петр говорит о том, как должны, вот нам высветят сейчас, вы можете себя открыть, как должны относиться между собой мужья и жены. Написано, 3 глава, 1 послания Петра, с 1 стиха. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». Да? То есть, если говорить современным языком, вы, жены, покоряйтесь своим мужьям, да? Написано здесь, повинуйтесь, чтобы те, которые слову не покоряются, то есть неправильно относятся к вам, живут неправильной жизнью, они были приобретаемы в виде вашей жизни. Второе место Священного Писания, это продолжение в этой главе, 7 стих. «Также вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». И когда мы читаем эти два места, мы понимаем, что вроде бы, если мы заложили этот фундамент церкви, никакого места насилию в семье быть не может. В принципе, не может. Никакого места унижению, давлению, моральному, любому не может быть. Мы заложили правильный фундамент, два этих места. В чем проблема? И я, как пастор церкви, могу сказать, друзья, я вам прочитаю два места, два отрывка, вот так делайте, и все у вас хорошо, все. Но я сам же понимаю, что ко мне приходят люди, которые цитируют эти места Писания, но у них в жизни проблема. Поэтому я хочу здесь обратить ваше внимание, что к этим двум местам Писания можно подойти по-разному, двумя путями. Первый подход или первый путь – это формализованный, формальный подход. Формальный подход, он не включает в себя отношения. Формально – это что? Вот я приведу пример, и вы поймете. Формально – можно сказать, что супруги должны исполнять требования. И когда этот муж приходит с женой на консультацию и рассказывает, что у него внутри, жена говорит, я же ему повинуюсь, что он еще хочет от меня? Я повинуюсь. Все, что он говорит, делаю. Вот, есть тебе надо? На тебе борща. Что тебе еще надо? Еще что надо? Одета не так? На, все, вот оделась, доволен? Я повинуюсь. Формально да. Но этот формальный подход не обладает силой. Слово теряет силу. Слово теряет силу, потому что оно исполняется формально. Дело в том, что, друзья, или муж может сказать, вот, относись благоразумно, как с немощнейшим сосудом. Да я и так уже есть, все, деньги надо, на тебе деньги, ногти, на ногти, еще что тебе надо. Благоразумно, благоразумно. Там какие-то моменты, нюансы, но это формальный подход. Он теряет силу, он забирает, крадет силу из Евангелия. Есть другой подход, и он работает. И в чем он заключается? Назовем его так, подход понятийный. Понятийный подход, он раскрывает глубину этих мест Священного Писания, то есть мое понимание. Понимание не просто места, понимание духа и силы Евангелия. И давайте вдумчиво прочитаем и подумаем, как бы эти люди могли вести себя на консультации, если бы относились понятийно. Например, муж читает
Также вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказываем честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитве. При понятийном подходе глубина мест Священного Писания видна в деталях. И мы детали здесь улавливаем самую главную. Дабы не было вам препятствия в молитве. Оказывается, я отношусь к своей жене благоразумно, как к немощнейшему сосуду, и мое отношение отражается в моей личной духовной жизни, моих переживаниях. А что это значит? Это значит, что если я где-то отношусь к ней неправильно, я травмирую ее, раню, я унижаю ее, обесцениваю, это влияет на мою духовность. В деталях раскрывается смысл Евангелия. Это не просто кинуть деньги там на ногти, платье и прочее. Это иметь отношение. Важно увидеть детали, за которыми смысл Евангелия. Смысл Евангелия. Относись к ней, как к немощнейшему сосуду, почитая ее, благоразумно к ней. В этом нет места замахиванию рукой. В этом нет места крику, нет места царьку. Потому что дух Евангелия осудит в тебе это. Проще отнестись формально. Что ты хочешь от меня? Что я не исполняю? Ткни мне носом. Да, ты, дорогой, все исполняешь. Но я не чувствую себя счастливой, я не чувствую себя благословенной в тебе, я не чувствую себя женой за мужем, который священник. Или первый стих, который мы прочитали, да, когда жена может сказать: «Повинуйтесь мужьям, чтобы они видели ваше чистое богобоязненное житие». Если в тебе сварливый характер и сварливый дух, формальное повиновение не благословит твоего мужа. Он будет всегда угнетаем твоим сварливым духом, сварливым характером, контролем, немой манипуляцией, надутыми губами, закатанными к небу глазами и прочие эти штучки. И формальное послушание здесь, оно ничего не даст, ничего. Он по лицу вашему все поймет. Мы двигаемся дальше в этой теме, друзья. Итак, понятийный подход открывает нам глубину этих мест Писания и приводит к отношениям. Он помогает нам понять дух Писания. Но мы двигаемся дальше. Я хочу задать сегодня вопросы. Есть ли место, имеет ли место насилие в христианских семьях? Имеет ли место насилие в христианских семьях? Мы об этом поговорим. Каковы корни насилия в браке, в христианском браке? Это второе, о чем мы поговорим. Что такое ценности и роли? И какой Божий ответ для христианской семьи? Я понимаю, что тема очень ответственная, и я не хочу просто голословно бросать на ветер какие-то умозаключения. Мы будем открывать Священное Писание, искать там определенные вещи, которые нам помогут разобраться в этой теме. Итак, практика работы с людьми показывает, что проблемы, они имеют очень разнообразные формы, но есть что-то общий знаменатель, который можно характеризовать как насилие в семье. Это не только между мужем и женой, это по отношению к детям также. И для того, чтобы это охарактеризовать, я прочитаю один отрывок Священного Писания. Это будет первая книга Царств. Первая книга Царств, вторая глава. Точнее, это будет первая глава с 1 по 8 стих. Был один человек, неважно, откуда он был, и даже неважно, как его было имя, да, Елкана, просто длинные имена и долго читать. Второй стих, у него была жена, две жены, имя одной Анна, имя другой Финана. У Финаны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там были Илий и два сына его, Офни и Финеас, священники Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане, жене своей, всем ее сыновьям и дочерям части, Анне давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил ее чрево. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая к ропоту на то, что Господь заключил ее чрево. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, а эта плакала и не ела. И сказал Елкана, муж ее, для чего ты плачешь, почему не ешь, и от чего скорбит сердце, не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Вы знаете, друзья, вот такая вот история. Если внимательно посмотреть то, что происходило в этой семье, конечно, кто-то скажет, стоп. Что значит, у Елканы было две жены? Ну, я не могу это комментировать.
В Ветхом Завете была такая ситуация, когда они имели многоженство, и это не говорится, что это хорошо. Иисус говорит, что оставит человек отца и мать, прилепится к своей жене. Я не знаю подлинных причин, почему Бог это разрешил, почему так происходило, почему Он не сжигал их за это на месте, но так было. И смотрите, что мы видим в этой семье? Есть женщина, и это очень важно проанализировать сейчас, вот абстрагировавшись немножко от контекста истории, которую мы знаем. Есть Анна, у которой есть проблема. Она не может иметь детей. У нее есть особенность, у нее есть проблема. И в этом смысле на месте вот этой особенности могло быть что угодно. Не имение детей, там внутренняя какая-нибудь разруха ее, какая-нибудь особенности здоровья другие. Важно то, что она имела уязвимое место. Анна была уязвимой. Есть вторая деталь этой истории, второй аспект этой истории. Муж ее очень любил. И это важный момент, потому что иногда, когда говорят, наверное, насилие в христианской семье происходит там, где нет абсолютно любви и принятия. Это не так. Это не так. Муж очень любил Анну, но в ее семье была еще третья. И здесь вопрос, кто-то скажет, о, потому что там была другая, третья женщина. Возможно, но, друзья, я хочу показать здесь, что иногда в нашей семье есть, условно говоря, эта третья. Не говоря о том, что, например, мужчина имеет связь с другой женщиной. Мужчина может иметь какую-то внутреннюю проблему. Женщина может иметь внутреннюю проблему. Есть что-то третье, есть что-то злое, есть что-то негативное. И оно становится источником, причиняющим нам разрушение. Но что происходило здесь, что интересно? Смотрите, я понимаю, что можно здесь нагнетать сильно, но в семье просто что-то постоянно происходило, делающая выпад против проблемы Анны. Написано в Библии, что ее соперница вот эта постоянно сильно ее огорчала, побуждая к ропоту на Господа, что Господь затворил ее чрево. И так бывало каждый день, каждый год. Та огорчала ее, а эта плакала и не ела. Ее соперница донимала, и это был такой мягкий, тихий, постоянный прессинг. А у тебя нет детей, ха-ха. А у меня есть, а ты бесплодная, ха-ха. Понимаете, то есть кажется безобидная фраза, и Элкана мог сказать, да не обращай внимания. Он так и говорил. Да что ты паришься, ну не ед, что ты вот... Друзья, я хочу, чтобы вы отнеслись ответственно к этому. Если есть ситуация, которая заставляет вас огорчаться, сильно плакать и не есть, это говорит о том, что вы под прессом. Как бы она безобидна ни была для окружающих, сегодня вы можете прийти ко мне и сказать, послушай, у меня такая внутри тревога за детей, или у меня тревога за мужа, или у меня тревога за жену, или у меня там внутри какие-то переживания и страхи. У меня есть два варианта. Первый может сказать, брат, надейся на Господа всем сердцем твоим, уповай на Него, не переживай, аминь. Что я сделал? Я отмахнулся от вашей проблемы, мне так легче. Я не хочу брать на себя ваше бремя, ваши тревоги, оставьте их себе. Но у меня есть второй вариант. Присоединиться к вам, принять вас, сказать, расскажи мне свои тревоги. Что тебя угнетает? Меня это не тревожит, но тебя угнетает это. Я не плачу, но ты под прессингом. Вот в чем разница. Нам трудно понять другого человека, потому что то, от чего плачет он, для нас кажется странным, для нас кажется смешным. Илкана говорит, Анна, почему ты плачешь? Ты не поймешь. Позже мы увидим, что этот плач молитвы выливался даже просто в шевеление губ. Это настолько была внутренняя глубинная уже боль. Откуда эта боль взялась? Семья. Травля, прессинг, давление. Вот что такое насилие. Постоянно непрекращающийся удар за ударом в мою слабую сторону, в мою рану, в мое разочарование, в мою боль. И знаете, когда мы касаемся темы семейного насилия или насилия в христианских семьях, мы должны обозначить, что фактическим насилием является не только физическое, когда муж ударил жену, не только сексуальное, когда, кстати, кто-то скажет, о, ну тут начинается сексуально, такого нет в наших семьях, такого полно в христианских семьях. Много женщин, которые говорят, я просто отдаю супружеский долг в постели.
Я чувствую, как будто меня насилуют. И вы скажете, подожди, стоп, мы не должны в это лезть? Да, мы не должны. Давайте займем позицию Илканы. Успокойся. Это твоя постель с твоим мужем, живи с этим. И никто никогда не предъявит ко мне претензии. Братья даже скажут, молодец, что ты не лезешь в это. Но только она будет продолжать с этим жить. Только эта Анна будет чувствовать, что ее насилуют снова и снова и снова. А мы делаем вид, что все в порядке, все ничего не происходит. Сколько мужчин мучается из-за порнографии, потому что его жена отказывает ему или манипулирует интимными отношениями. У них нет гармонии, и они никуда не могут прийти. Поэтому насилие – это не только, когда муж ударил жену. Это оскорбительные слова. Это сексуальное насилие, если есть определенные отклонения. Это моральное насилие. Ты не такая, ты не так выглядишь, ты не так готовишь, ты дура, ты глупая и прочее, прочее. А у тебя руки не с того места, ты не мужик и так далее. Ты не можешь заработать. Финансовые ограничения, унижение, любые формы, еще раз, подавление свободы личности и воли в христианской семье. Подавление достоинства – это насилие. Мы двигаемся дальше, друзья. Корень насилия. Мы идем в очень глубокие вещи, которые я анализировал много времени, работая с людьми, анализировал много времени. К нам попадает много запросов сейчас, и реально мы не справляемся, потому что такой шквал запросов, звонков, обращений людей. Мы запустили на нашем сайте vifil.by раздел «Душепопечение», куда обращаются люди. Это дополнительная такая реклама, но тем не менее, я понимаю, что говоря это, мы увеличим шквал запросов. И нам нужны люди, нам нужны волонтеры, которые могли бы служить друг другу, служить людям, обучаться и служить людям в этих ситуациях. Но анализируйте все вещи. Я прихожу к тому, что есть корень. Не просто насилие возникает рандомно, просто дьявол захотел, и там будет что-то. Есть корень. Мы углубимся в это сейчас, друзья. Я хочу прочитать вместе с вами один эпизод Священного Писания. Вторая книга Царств, 6 глава, с 14 стиха. И потом с 20 стиха. С 14 по 16, а потом с 20 по 23. Это когда Давид возвращался и нес ковчег. Написано, Давид скакал из всей силы перед Господом. Одет же был Давид в льняной ефод. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями, трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего перед Господом, уничижила его в сердце своем. С 20 стиха продолжаю читать. «Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Мелхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и поприветствовала, сказала, как отличился царь Израиля сегодня, обнажился сегодня перед глазами рабынь, рабов, как обнажается какой-нибудь пустой человек. И сказал Давид Мелхоле, перед Господом плясать буду, и благословен Господь, который предпочел меня, отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля перед Господом, играть и плясать буду, и еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих перед служанками, о которых ты говоришь, я буду славен. И у Мелхолы, дочери Саулой, не было детей до дня ее смерти». Вот такая простая история, когда жена, увидев своего мужа в служении, скачущего, пляшущего, она уничижила его. И когда он вернулся домой, написано, когда он вернулся благословить свой дом, она вышла навстречу, поприветствовав, и вместо того, чтобы присоединиться к радости и благословению его служения, что она сделала? Она, наверное, сделала то, что делала уже много раз. Это мое предположение, Библия не говорит нам об этом. Но она начала упрекать его, потому что прежде всего она уничижила его в своем сердце. И уничижение в сердце привело к тому, что она начала его упрекать. «Посмотри, как ты уничижился. Рабыни мои видели, слуги видели. Разные люди, пришедшие в город, видели, как царь скачет и пляшет». И она выливала на него пресс своего недовольства. Но причина, корень того, почему она это делала, было не в том, что ей просто репутация Давида волновала. Причина была в том, что она обесценила его в своем сердце. Итак, друзья, я буду развивать это дальше, но я хочу сказать, что корень, на мое убеждение,
на мое мнение, корень насилия в христианских семьях лежит в том, что приходит обесценивание. Каждый человек обладает ценностью в глазах Бога. У него есть достоинство. Когда приходит обесценивание, когда приходит уничижение, тогда открывается дверь для разрушения достоинства человека. Зачем хранить твою репутацию, если я унизил тебя в своем сердце? Тебя можно уничтожать. Зачем мужу говорить о том, что его жена, принцесса, немощнейший сосуд, сонаследница благодатной жизни, если он видит в ней глупую женщину, дуру? Что это значит? Это значит, что он обесценил ее достоинство. Неважно, в чем это выражается. Ты не умеешь готовить, у тебя криворуко все получается, нет ни у тебя никакого призвания, и голос у тебя никакой. Неважно, таланты или дары, призвание или служение, способности или что-то другое, внешность. Когда я позволяю себе обесценить человека, я открыт для того, чтобы раздавить его. Когда Мелхола уничижила Давида в своем сердце, унизила, он глупый человек, он скачет перед рабами. Она открыла себя для того, чтобы его подавлять, разрушать, лить на него разрушительные слова. Потому мое убеждение, друзья, братья и сестры, что когда мы открываем свое сердце для обесценивания детей или супруги, мы открываем свое сердце для разрушения, для насилия. И неважно потом, мужчина бьет женщину, потому что он не видит в ней ценности, или он просто говорит ей обидные слова, именно по той же причине, он не видит в ней ценности. Неважно, женщина просто манипулирует им, издеваясь над ним, или просто сравнивает ее с кем-то, неважно, она не видит в нем ценности. Он потерял для нее ценность, она уничижила его в своем сердце. Мы двигаемся дальше. Итак, обесценивание поражает конфликт, порождает конфликт, порождает давление. Но здесь встает простой вопрос. Подождите, у нас есть Священное Писание, которое должно эти вопросы регулировать. Да, мы читали вначале, говорили, есть формальный подход и прочее. И сейчас мы разберемся еще с одной очень глубокой вещью. Почему Священное Писание как бы перестает работать для таких семей, где пришло обесценивание? Почему обесценивание, как корень, продолжает жить? Почему оно приводит к формальному подходу? Мы двигаемся к следующей части. И в этом разделе мы поговорим про то, что есть ценности и роли. Важно понимать, и мы сейчас об этом внимательно поговорим, принципиальную позицию Библии в отношении ценности человека и личности человека и его ролей. Я прочитаю еще одно место Священного Писания. Итак, мы поняли, да, что корнем насилия является, или предпосылкой корнем является обесценивание, но на чем оно вырастает? Смотрите. Послание к Ефесянам, 5 глава, 22 стиха, по 31 мы читаем. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви. Он же и спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь, предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водной посредством слова, чтобы представить ее славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает ее, греет, как Господь церковь. Потому что мы члены тела его, плоть от плоти его, кость от костей его. Посему оставит человек отца и мать, прилепится к жене своей, будут двое одна плоть». Очень длинный отрывок, длинный эпизод, но я хочу его разобрать вместе с вами. Есть роли и ценность. Как я уже сказал, и я хочу, чтобы мы видели в этом отрывке Священного Писания принципиальную разницу. Для того, чтобы эту разницу увидеть, я приведу вам простой пример. В машине едет семья. Вы все ездите в машинах, ну, практически все. И вы ездили в дальние поездки. И, как правило, за рулем сидит глава семейства. Ну, обычно в моей семье происходит так. Как правило, я сижу за рулем своей машины. И когда я сижу за рулем своей машины, каждый в моей семье, в моей машине понимает, что за руль хвататься не надо. Папа все знает.
Папа знает, где повернуть, папа настроен навигатор, папа знает, с какой скоростью ехать. Иногда моя жена возмущается, что мы едем слишком быстро, но я не слушаю ее в этот момент, потому что я управляю, я глава. И это моя роль, это моя функция. Но теперь давайте представим ситуацию, что кто-то в машине, не я, который за рулем захотел в туалет. Должен ли я остановиться? Подождите, я глава. Я хочу решить. Я в туалет не хочу? Все, мы едем дальше. Дело в том, что когда мы говорим о том, кто управляет машиной и должен ли кто-то еще схватиться за руль, мы говорим о функции, о роли. Водитель – это роль. Я взял ее на себя. Бог доверил мне в этот момент жизни мою семью за моей машине. Я взял на себя роль водителя. Но когда кто-то захотел в туалет, это нужда. Это говорит уже о чем? О том, насколько я уважаю и ценю нужду моего ближнего. И какой бы я крутой водитель ни был, как бы мы ни опаздывали, как бы вдалеки ни были наши расстояния и прочее, 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 когда кто-то из моей семьи захотел в туалет или захотел поесть, и это не моя нужда, но нужда кого-то из моей семьи, я откладываю свою роль водителя, я откладываю ее в сторону, и я начинаю служить его нуждам, потому что я ценю его. Второй пример в этом смысле можно сказать, когда машина попадет в аварию, не речь не о моей машине уже, допустим, едет абстрактная семья, и папа был за рулем, и в машине были вся семья. Давайте выберем, кто должен погибнуть первым. Кого меньше жалко? Кто неценный? Тот, кто не управлял? Или кто управлял? Я предоставляю вам простой выбор. Если они не были за рулем, они менее ценны в этой семье. Пусть они гибнут первыми. Вы скажете, но так не должно быть. Неважно, были они за рулем или не были, они все одинаково ценны. Жизнь каждого бесценна. Был он за рулем или нет? Вот о чем мы говорим в Евангелии. Есть роли и функции, и есть ценности. И когда мы смешиваем эти вещи, мы попадаем в ловушку. Когда этот проповедник приходит домой и говорит, так должно быть, потому что я глава в семье, он попадает в ловушку. Он начинает выбирать жизнь кого-то по своей роли или функции, но не понимает, что при этом он обесценил членов своей семьи. И там возникает насилие. Не потому, что Слово Божье потеряло силу, потому что он исказил Слово Божье. Он его не воспринял правильно. Библия очень четко здесь показывает. Смотрите, жены, повинуйтесь своим мужьям. И многие женщины от этого шарахаются, потому что они представляют своего тирана. Но если бы их мужья ценили их, уважали их, любили их, поднимали их достоинство, повиновение было бы добровольным. Они бы стремились повиноваться своим мужьям. Слово Божье работало бы на 100%. Но когда мужчина дома тиран, потому что он глава, он царек, он сидит на престоле, предо мной должны преклониться, ей не хочется повиноваться. Потому что это как папа, который за рулем говорит, никто в туалет не пойдет, пока я не захочу. И все сидят, терпят. И в душе, может, даже проклинают его. Быстрее бы уже эта машина сломалась или что, выбежать на дорогу хотя бы. И, друзья мои, мы должны понимать, что Библия здесь говорит, потому что муж – глава жены, как Христос – глава церкви, он – спаситель тела. Как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. И это функция, роль. Я не могу роль Христа занять в церкви, я повинуюсь Ему. Он – глава тела, Он духовно ведет свой народ. Но что здесь звучит дальше? Библия говорит, мужья – должны любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Никто никогда не имел ненависти к своей плоти. О чем это говорит? Об отношении. И здесь нет другого примера, аналогии. Павел говорит, хочешь понять, как ты должен любить свою жену, ценить ее, понимать ее достоинство, как тебя. Если тебя, домашнего тирана, проповедника, кто-то в церкви подойдет и скажет, брат, твоя проповедь ничтожна, ты ноль как проповедник. Что будет с тобой? Больно будет, правда? Неприятно будет. Я так готовился. Я так молился об этом. Я так вот. А теперь подумай, когда ты говоришь, что она дура, больно тебе? Тебе нет. Ты же глава, но ей больно. Когда ты любишь как самого себя, ты думаешь о том, если это болит мне, будет ли болеть ей? Если это ранит меня, будет ли это ранить ее?
Если меня это унижает, будет ли это унижать ее? Если у меня есть призвание, может, Бог ей призвание дал? Может быть, повинуясь мне, она ломает свою судьбу? Что я должен сделать, чтобы она раскрылась, расцвела, была благословенной? Перестать быть царьком, взять свою роль и функцию. Когда я везу свою семью, я не везу ее ради себя, я служу им. Они могут спать, наслаждаться едой, наслаждаться видами, делать фотки. Я смотрю на дорогу. Я взял функцию, я взял роль. Когда я стал главой, это не просто, знаете, подарок мне и такой лакшери стайл, когда вокруг меня все бегают. Я принял роль. Друзья, мы двигаемся дальше. И когда мы понимаем, что есть роли и функции, вот функция главенства мужа – это функция. Есть обязанности, ответственность и прочее, но это не говорит о ценности. Кто-то говорит, я глава, поэтому я важен. Нет, нет, не поэтому ты важен. Библия говорит про детей. Смотрите, про детей немножко пройдемся. К Ефесянам 6:1. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, это требует справедливости. Почитай отца и мать, это первая заповедь с обетованием, будьте благо, будь долголетие на земле, а вы, отцы, не раздражайте детей, но воспитывайте в учении и наставлении Господнем. Послушание детей родителям – это роль, это функция. Это не определяет ценность детей или их бесценность. Понимаете? Когда мы говорим о роли, это не говорит о вашей ценности. Если ты глава, это не значит, что ты ценнее, чем остальные. Если ты помощница, это не значит, что ты ниже всех по ценности. Роли разные. Муж – глава, жена – помощница, дети в послушании родителей до времени. И это роли. Но если разложить вот эту вот систему ролей, перенести в систему ценностей, они выравниваются. Нету хуже или лучше. Когда машина попадает в аварию, вы никогда не выберете, кого убить первым. Кто был за рулем или кто был помладше. Вы скажете, я не хочу никого убивать, потому что они ценны. И в этом принципиальная разница. Когда есть роли, мы начинаем на роли натягивать ценность. Я глава, значит, я самый важный в семье. Ложь, абсолютное заблуждение. Если ты глава, это роль. Если предстанут перед Богом, ты глава, твоя жена и все твои дети. Он никогда, о, привет, дорогой, помазанник мой. А эти с тобой пришли. Такого не будет. Бог каждого почтит. Каждого за его труд, за его терпение, за его смирение, за его веру. Каждого, потому что он творение. Для меня, как отца, мои дети все разные. У них разный жизненный этап, разные роли, функции в жизни. Но когда каждый из них ко мне приходит, у меня нету «О, доченька пришла, а то эти пацаны там». Все, они для меня все одинаково ценны. Поэтому я почему заостряю на это внимание, друзья, еще раз. Ценность и роль – это абсолютно разные вещи. И роль никогда не предопределяет ценность. Роль – это роль и функция. Ценность – это достоинство. Это разные вещи. И поэтому, когда мы роль смешиваем с достоинством, мы ошибаемся, мы попадаем в ловушку. Перестаньте из-за своей роли оценивать себя. Кто-то думает в церкви, я не пастор, я не лидер, я не пою в группе, я там маленький ноготочек, я там где-то на задней лавочке и прочее, прочее, прочее. Это обесценивание. Это приведет вас опять же к тому, что духовные силы набросятся на вас, чтобы разрывать, прессовать, бомбить. Вы ценны перед Богом, вы Его творение, вы Его дитя. Я хочу, чтобы эта церковь всегда ценность человека, достоинство перед Богом. Не именно ценность человека, как в гуманистическом подходе. О, человек, венец там и все. Достоинство ваше перед Иисусом, чтобы оно поднималось. Чтобы поднималось достоинство. Я двигаюсь к завершению. И вы знаете, как Иисус однажды показал апостолам принципиальную разницу между ролью и достоинством. Знаете как? Я не буду все читать, я буду читать эпизод, и вы поймете, я поясню. От Иоанна, 13 глава, с 12 стиха. «Когда же умыл им ноги, надел одежду свою, то возлегший опять сказал, знаете, что я вам сделал?» Это Евангелие от Иоанна,
13 глава, 12 стиха. Знаете, что я вам сделал? Вы называете меня учитель и Господь. Правильно. Я точно то. Заметьте, он говорит, да, я учитель и Господь. Это моя роль. Но сегодня я преподал вам урок. Я учитель и Господь. Несмотря на то, что я гораздо выше вас по духовному статусу и действию, я ценю вас настолько, что я готов стать для вас слугой, потому что вы для меня имеете значение, ценность. И вот он говорит, я дал вам пример. Если я Господь и Учитель умыл вам ноги, то вы должны умывать ноги друг друга. Я дал вам пример, чтобы вы делали то же. Я сделал вам истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего и посланник не больше посланника своего. Если вы знаете это, если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. И дальше, с 34 стиха, он раскрывает, для чего он это делал и в чем суть ценности. Он говорит, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнаю, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Иисус говорит, я учитель и Господь, это моя роль. Но сегодня я делаю то, что вам покажет любовь. А любовь исходит не из роли. Я люблю тебя не потому, что ты глава. А раз ты помощница, я буду любить тебя меньше. Ты второй сорт. Я люблю тебя за твое достоинство, за то, что ты человек. Ты Божье творение. Иисус, умывая ноги ученикам, оставил в стороне свою функцию и роль и поднял их достоинство. Любите друг друга, делайте друг другу, благословляйте друг друга. Поэтому, друзья, какой сегодня Божий ответ, последнее перед нашей молитвой? Какой Божий ответ для тех семей, где есть насилие, где есть боль, где есть страдания, где есть проблемы разного рода, где есть физическое насилие, где муж избивает жену или жена избивает мужа, есть и такие ситуации, где есть сексуальное насилие, где люди чувствуют себя в браке использованными, где есть моральное давление, постоянное унижение, словесное оскорбление, Словом Божьим, унижение Словом. Ты непокорная, ты непослушная, ты не такая, ты не сякая. Бог тебя покарает за то, что ты меня не слушаешь. Где вот этот постоянный жесткий прессинг, там нет Духа Божьего, там нет любви. Там звучит Слово, но оно звучит не в духе евангельской истины, не в духе святом. Эти слова подобны, как сатана говорил, «Бросься вниз, написано». Ангелам своим заповедую понесут, написано. Но это не был Дух Божий. Когда служанка, одержима прорицательным духом, говорила, это рабы Всевышнего Бога, Павел не стал принимать этого учения, не стал принимать этого послания. Она не в Духе Божьем была сказана. Что сегодня делать? Я хотел бы, чтобы мы последовали примеру Анны из той истории, с которой мы начали. Заметьте, «И встала Анна», это первая книга Царства, я читаю продолжение перед нашей молитвой, первая глава с 9 стиха. «И встала Анна после того, как ели, пили, или же священник сидел на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря, Господи, если ты презришь на скорбь твоей рабы, вспомнишь обо мне, и не забудешь, и дашь рабе твоей дитя мужского пола, я дам его Господу в дар на все дни жизни». Я немножко пропускаю. Между тем, как она молилась, Илий смотрел на ее уста, Анна говорила в своем сердце, уста только двигались, и не было слышно ее голоса. Илий счел ее пьяной и сказал, «Иди, доколе будешь пьяной, выдрезись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала, «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом». Друзья, в этой истории есть очень важный момент. Ее уста только шевелились, потому что она молилась сердцем. Она пришла к моменту через множественные свои, многолетние, Библия говорит, давление, она пришла к тому, что ее слова никому не нужны, они ничего не меняют. Это результат действия семейного насилия. Враг хочет привести тебя к такому состоянию, чтобы показать тебе безнадежность твоей ситуации. Послушайте сейчас эту концовку очень внимательно. Цель врага заключается в том, чтобы через многолетнее давление, будь то мужа тирана, деспота, унизительные слова, битие священным писанием, обличение бесконечное и прочее, 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 сексуальное насилие, моральное, физическое, привести к состоянию жертвы, которая перестала сопротивляться.
Анна была в состоянии, когда уже бесполезно говорить Илкане, бесполезно говорить священнику. Она просто села у входа в храм. Ее губы шевелились, ее сердце скорбело. Илий посмотрел и сделал то, что сделали многие. Сделал то, что делаем мы часто. Отмахнулся. Иди вытрезвись, ты пьяная. Иди вытрезвись. Но на самом деле, когда мы так поступаем и говорим, о, иди просто молись, иди доверься Господу. Я верю, что Божий ответ – это ответ, который здесь прозвучал для нее. Когда она пришла к священнику, я хочу быть тем Илией, который не отмахнется и не скажет, иди вытрезвись, но скажет ей Слово Божье, скажет ей Божье решение. И этот ответ Анне – не сдавайся, не замыкайся в себе, не сдавайся. Продолжай искать свой ответ. Не сдавайся. Ты не должен или не должна жить в семейном насилии. Ответ от Бога для тебя сегодня, как для Анны. Иди, и Господь устроит. Господь вмешается. Я понял твою проблему. Я помог тебе прийти с этим к Богу, найти решение. Я понимаю, что здесь можно спекулировать по-разному. О, так а что, она должна и так далее. Послушайте еще раз. Сердцем. Тогда, когда уже просто стон, шептание губ, когда уже никто не понимает вас, не сдавайтесь, не сдавайтесь. Молитесь и продолжайте искать Бога, продолжайте стучать к тем людям, которые могут где-то поддержать вас. Быть тем Илией, который сначала может вас отправить, но потом придет момент, когда он скажет, послушай, я вижу, что ты скорбящая духом жена. Я буду молиться вместе с тобой, я буду призывать Бога за тебя. Я постараюсь тебе помочь. Я хочу, чтобы Церковь Божья Вифиль была тем местом, где эти судьбы начнут исправляться. Давайте встанем для молитвы сейчас. Итак, друзья, мы говорили сегодня о том, что насилие – это не только избиение, но это любая форма ограничения, унижения, давления человека, личности в его семье. Дети, жена, муж, неважно. Но это форма, при которой враг имеет возможность бить в наши больные места. Сегодня я хотел бы, чтобы мы начали молиться за свои дома и семьи. Если вы увидите, что что-то подобное есть в вашей семье, будьте честными перед Богом, будьте честными и открытыми сейчас перед Христом. Если вы осознаете, что вы стали жертвой такого насилия, или вы осознаете, что вы источник этого, отдайте сейчас возможность Богу обличить вас или исцелить, показать вам путь, разделить функцию и достоинство, найти в себе корень обесценивания. Если вы перестали ценить своих родных и близких, если вы перестали ценить, если вы видите, что для вас они потеряли значение, сегодня время прийти, как Анна, к Господу. Может быть, это стон вашей души, молитва, шепот. Не оставайтесь в этом одни, продолжайте говорить Богу, продолжайте бороться.